Жительница Баку обратилась в полицию по факту кражи. По ее словам, перед магазином одежды на улице Ахмедова неизвестный украл у нее сумку, в которой было 1800 манатов. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже житель Масалинского района Эмин Мамедов. Выяснилось, что мужчина также украл из карманов жителей столицы Шамхала Зульфугарова 983 маната, Бахруза Гасымова 1130 манатов, из других женских сумок 440 манатов. Севда Джафарова, Авкампул Атлы, Азертач.